Тебе, Дух Святой, народ мой, аллилуйя, я ныне пришел на место сие и говорю к сердцу твоему, способен ли ты слышать голос мой, который ныне раздается через уста братские, ибо истина сегодня, говорит Господь, она в пренебрежении во многих сердцах. Сегодня невежество в народе моем, народ мой стал изнеженным и не принимает обрезку от Духа моего, говорит Господь. Но я сегодня пришел с великой милостью и любовью на место сие, дабы сказать тебе каждая душа, Ава Отче, что я любовью вечной возлюбил тебя, аллилуйя, что я простер к тебе свое благоволение, Ава Отче, я искупил тебя, я выстрадал тебя, каждая душа. Веришь ли ты, народ мой, Ава Отче, что я ныне говорю Духом Святым через уста человека к сердцу твоему? Какое неверие сегодня в народе моем, смятение, говорит Дух Святой, и от этого многие не слышат голос мой, Ава Отче, а я говорю тебе, наследие мое, как важно тебе хранить светильники свои, дабы они были горящие, ибо тьма и мрак она покроет всю землю, говорит Дух Святой, но церковь моя, она как взрец, как светило на тверде, Ава Отче, церковь моя, она должна гореть этому миру и светить, но сегодня смешание с елеем, слияние, говорит Дух Святой, смешивается чисто что есть нечистым, и горькое с сладким открывает Дух Святой. Сегодня идолопоклонство в народе моем, а не знаешь ли ты, народ мой, что только один Бог у тебя, только через Него ты можешь спастись, говорит Дух Святой. Как много сегодня тельцов по станам, говорит Господь, из-за отступления и лжеучения лжепророков и священников будут производиться суды мои, говорит Дух Святой. Вот Господь, говорит, попустится на землю, и будет великий отзыв и малых, и великих, говорит Господь. Готов ли ты, народ мой, встречи с Господом, Ава Отче? Я ныне задаю вопрос тебе, каждая душа, слышишь ли ты призыв Духа моего? Я хочу, дабы ты изменил жизнь свою и изменил хождение свое, ибо много притворства в народе моем, много лжи и лицемерия открывает Дух Святой, а ныне труба моя гласит, Ава Отче, что время тебе, народ мой, поправить светильник свой, говорит Дух Божий, аминь. Время тебе, наследие мое, взять силу от Господа, Ава Отче, ибо часы, они бьют полночь, говорит Дух Святой, и мудрая Дева, аллилуйя, она поправляет светильники свои, а я говорю тебе, наследие мое, время великое отступление по всей земле, говорит Дух Святой, Ава Отче, нету мира между странами, нету мира в церквях, нету мира в домах, говорит Дух Святой, народ мой, народ мой, пересмотри жизнь каждая душа, ибо я войду со светильником своим в каждый стан, в каждый дом, говорит Дух Святой, я буду проверять жертвенники личные, жертвенники церковные, жертвенники семейные, ибо великое отступление, и враг восстал на семейные жертвенники, говорит Дух Святой. О, время плакать священникам между притвором и жертвенником, время сегодня собирать силу на день осады, говорит Дух Святой, ибо вскоре, говорит Господь, придут великие потрясения на всю землю, говорит Дух Святой. Я потрясу всю землю, говорит Господь. Не сокроется от меня человек, Ава Отче, ибо я Бог великий и живой. И ныне говорю тебе, душа, пересмотри жизнь свою. Я не хочу вскрывать наготу твою. Я не хочу судиться с тобой. Я хочу спасти, помиловать душу твою. Но ныне говорю тебе, стоишь перед выбором и осознай вину свою, осознай грех свой, покайся, народ мой, покайся, ибо время настало очиститься народу моему, ибо служение Иоанна, оно приготовляет путь Господу, и потому ныне говорю тебе, народ мой, я сегодня привел на это место рабов своих, дабы сегодня дать тебе поддержку, укрепление веры твоей, исцеление души твоей, ибо вижу, как многих из молодого виноградника враг мучает и терзает, но я говорю тебе, молодой виноградник, я
Твоею, дабы Ты шел стройно за Господом Твоим и сражался за истину мою, говорит Дух Святой. Как сегодня многие оставили меня, как многие покинули меня и разменяли меня на этот мир, наследие мое. Ты дорог для меня, я люблю Тебя. Я ныне призываю Тебя, чтобы Ты открыл сердце свое, чтобы Ты исповедал грехи свои передо мною, чтобы Ты осознал вину свою и покаялся, говорит Господь, и я буду совершать свою работу над сердцем Твоим и в доме Твоем, говорит Дух Святой. Во многие дома войду с великой милостью, ибо вопль верных моих, он дошел до престола моего, и я вскоре сильной могущественной рукой буду действовать через верных своих. Аминь.